Капсулу времени заложили в Приморском краевом театре молодежи. Вскрытие послания запланировано в столетний юбилей театра в 2046-м. В мероприятии принял участие руководитель учреждения Игорь Селезнев. И закладываем. Вот сюда, недалеко. И сейчас попросим строителей, чтобы они зашили. Идея с капсулой пришла после аналогичной находки с 1998 года с письмом для молодежи нашего столетия. Так было принято решение написать и заложить в эту же металлическую капсулу новое послание для будущего поколения. То послание, которое нашли мы в капсуле, оно было адресовано нам с вами от комсомольцев. А мы делаем уже послание в будущее, в 46-й год. И больше, наверное, оно адресовано нашим коллегам. Текст письма придумывал коллектив Приморского краевого драматического театра молодежи. Именно в 2046-м театру молодежи исполняется 100 лет. Мы протягиваем вам руку духовного единения и родства. Пусть в стенах этого театра постановки будут всегда удачными, премьеры яркими, гастроли интересными, залы полными, овации зрителей восторженными. Но о ваших делах и творчестве мы обрели бессмертие, мы живем в биении ваших сердец. Напомним, сейчас в Приморском краевом театре молодежи идет второй этап капитального ремонта по национальному проекту «Культура». Зрители могут посетить обновленный театр уже 30 сентября. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.